Всем привет. Как ваш настрой? Устали? Нет, Нет? боевые. Все, только один бодрый голос почему-то только. Окей, хорошо. Ну два дня уже тяжело, еще автопати и вчера было. Ну ладно. Сегодня мы поговорим о карутинах, как очень стало понятно. Немножко вначале расскажу о себе. Я Android разработчик, очень люблю Kotlin, очень люблю Android, а когда мне приходится все это еще совмещать в одном докладе, это просто феерия. Каротинами я начал заниматься еще прям, наверное, как только их увидел сразу же. И Kotlin, в принципе, я еще занимался до первой версии. Сразу начал это интегрировать в Android приложение Production. Коллеги мои меня начинали проклинать, потому что я все тянул новое непонятное в проект. Но все потом все были счастливы. Вот. Также я очень люблю всякие интересные новости читать, что-то делиться чем-то информацией, поэтому веду свой телеграм-канал Android Broadcast. Может, кто есть, кто подписан, вот, классно, пару рук вижу. Очень приятно. Подписывайтесь, там на самом деле никакого трэша нет. Я стараюсь часто ничего такого не выкидывать, никакой рекламы ужимать, давать интересную информацию, потому что следить за ней очень трудно. Сейчас я немножко расскажу, откуда вообще родилась идея моего доклада. Кто использовал Rx Java? Поднимайте руки. Вот, практически все. М? А кто об этом не пожалел? <laughs> ну, примерно, да, примерно рук чуть меньше стало, но все равно. Окей, да, Rx Java, в принципе, было классным очень решением. Его большой плюс был в том, что он нас избавил от callback hell. Нам стало просто переключаться с потоками, а программисты такие люди, которые все любят, когда им становится проще. Прям все, вот готовы все тянуть. Но Rx изначально придумывался немножко с другими целями. И то, что цели, которые были в нем заложены, потянули за собой определенные сайд-эффекты в проектах. То есть список еще очень большой. Вы просто вспомните, как вы входили в RxJava, кто знает операторы, кто может рассказать разницу между map, flatMap, concatMap concat и switchMap. Поднимите руку. Вот, классно. Вы прямо в Rx, наверное, сидите. Ну, на самом деле, это очень, ну, скажите, не такая, не, 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 не очень осознаваемая штука. Плюс другие операторы, это там вообще, то есть я без гайда вот документацию очень часто теряюсь, потому что не так часто приходится в них копаться. Но, на самом деле проблем очень много. Самая веселая штука, которая у меня в жизни с ними выдавалась, это был дебаг. Прям вообще все. То есть тут можно как бы всю жизнь потратить и ни к чему не прийти. И это немножко усложняло. То есть кто видел вот такие штуки в какой-то вариации? Я видел, у меня у разработчиков на столе прямо вот над столами такие листики приклеены. Это прям как этот, этот газ, газ справа, тормоз слева. <laughs> вот. И все это усложняло. И в принципе, когда разработчики все это активнее и активнее к себе затягивали в проект, это немножко начиналось превращаться в такое болото. Особенно, когда люди это затягивали с целью просто, чтобы, например, взять ретрофит, какой-нибудь выполнить запрос, лично всего на background thread, выполнить потом результат на main thread и все. Но задача RX это была изначально не в этом, и она вообще намного шире этого. И использовать, я не знаю, использовать ракету, чтобы перебраться на соседнее крыльцо, как-то ну, не очень логично было. Но проект это очень многие погубило. Я видел это лично, и ребята очень там страдали потому что у них я видел части кода которые они боялись заходить потому что там такая rx цепочка что она вызывала ужас то есть люди просто готовы были писать вокруг нее вот просто кода кучу но только не заходить в нее а -а -а. вот. свет в этом царстве немножко появился в плане синхронных задач карутины. кто уже у себя их юзает вот кто с ними знаком Окей, okay, классно, хорошо. Доклад сегодня будет вообще ни разу не про базис карутин. То есть я не буду говорить, что такое карутина, какая она классная, как нам написать лаунч или какие-то самые базисы. То есть я расскажу о best практиках, которые за последние полтора года на продакшн проектах я для себя нашел, на которых мы настрадались, которые я понял, что так делать не нужно и как стоит сделать. Это мой личный опыт. Возможно, для кого-то он может не сработать, не стоит меня сразу гновить подойдите ко мне, расскажите, я обязательно вашу информацию обработаю и добавлю к себе в доклад, чтобы будущим поколениям было проще. Почему карутин вообще, в принципе, важно? Кто видел этот доклад на последнем Google I.O.? О, да, видите, то есть Kotlin как бы шагает в Android, и карутины уже становится first-class решением для синхронных задач. Google как бы официально хоть прямо и не сказал это на киноуте, но в принципе они очень активно топят именно за карутины, не RX или какие-то другие подходы. Сейчас у них это прям мейнстрим, их это все в Котлине. Вот. Чтобы эффективно работать с карутинами, первое, что помогло мне и моей команде, это более четко понять их базисные принципы. То есть самый основной базисный принцип — это нужно понять, что то, с чем разработчики имели дело всегда раньше, то есть Java потоки, блокирующий подход, он коренным образом отличается своей идеологией от подхода карутины прерываний. В чем происходит отличие? Давайте попробуем разобраться. Вот если мы рассмотрим какую-то задачу, которая в какой-то момент останавливается, это может быть просто потому, что она чего-то ждет, либо какие-то другие причины не столь важно, в Java потоке это будет блокировка, в карутинах это будет прерывание. То есть вроде бы, если смотреть сейчас на картинку, ничего такого существа не происходит. Давайте попробуем выполнить еще одну же задачу последовательно. То есть если мы попробуем закинуть эту же задачу в Java Thread, то нам придется дожидаться окончания первой задачи, потому что все ресурсы потока заняты, и ничего в рамках него выполнить нельзя. В карутинах же будет немножко другая ситуация. То есть так как карутина не блокирует поток, она позволяет в нем что-то выполнить в момент ее простоя. И это первое ключевое отличие этих двух подходов. Следующее важное в рамках карутин, что тоже стреляло много раз у разных людей. Когда вы запускаете карутину, в принципе, она работает, все понятно, в одном потоке, все хорошо. Но есть одна маленькая разница. Если у вас диспатчер с множеством потоков, после суспенда она может вернуться вообще на каком угодно потоке в рамках своего диспатчера. То есть вы не можете гарантировать этого, и, соответственно, вы должны понимать, что вся ваша работа не должна базироваться на том, что вы уверены, что у вас все в одном потоке, и диспатчер у вас всегда вам корректно выполнит. То есть понимайте, что отличия будут. Теперь поговорим немножко про различные best practices. Structured concurrency — очень классная штука, вокруг которой построены карутины. Кто не знает, что такое structured concurrency? Окей, okay, замечательно. Uh, давайте тогда кратко. Structured concurrency — это, в принципе, отношение между корутинами, то есть выстроены, которые позволяет вам шатдаунить их в очень простом пути. Uh, если посмотреть, то, в принципе, все синхронные операции мы всегда завершали. То есть мы, uh, самая первая версия Android давным-давно, когда у нас не было там Rx и карутин, uh, наши синхронные операции примерно сводились к тому, что мы в OnCreate что-то запускали, например, загружали какие-то данные, которые нужно было показать в Activity, в он дестрой мы их уничтож... мы синхронную операцию. Почему это делается? Потому что синхронные операции это тоже ресурсы. Они могут течь, соответственно, создавать memory leaky, загружать наши экзекьюторы и, в принципе, в общем, вообще зафризить наше приложение, и все будет очень печально. Проблема тут была в том, что он дестрой, он вызывался каждый раз, ну и вызывается до сих пор при каждом пересоздании конфигурации Activity. Соответственно, каждый раз, например, как я вращал телефон, мне приходилось все перезапускать. То есть кто-то это боролся с этим по-разному. Стандартного решения хорошего не было до Android 3.0. Потом появились лоудеры, которые тоже так себе решения были. Но потом нам представили новую штуку, как бы новую каноничную вещь. Это ViewModel. Architecture Components, я думаю, большинство из вас уже знакомы с этим подходом, то есть тут э, суть примерно стала точно э, аналогичной, то есть у нас есть только теперь init-блок, мы в нем что-то запускаем, ну и, соответственно, вон cleared, мы эти операции все отменяем. Э, спасение здесь происходит в том, что он cleared, он не вызывается каждый раз при пересоздании конфигурации, а вызывается один раз при конкретном уничтожении нашего activity, когда пользователь выходит, с него покидает, ну и с фрагментом аналогично абсолютно. Вот, э, и в этом плане очень больно, что если приходится делать все эти операции руками. Композит, subscription, я думаю, те, кто взял URX, наверное, должна быть такая штука знакома. То есть вы все свои подписки пихали в какой-то один большой объект, соединяли их, потом канцелили, то есть это такая куча-куча бойлерплейта. Есть библиотеки, которые позволяют это упростить, но стандартного решения ничего нет. Structured concurrency в карутинах, она сразу как раз-то идет про то, что асинхронные операции имеют какой-то ограниченный кусок времени в работе их. То есть они не могут работать постоянно в плане того, что если вам нужно загрузить данные для, для отображения на текущем экране, то, соответственно, логично, что если я этот экран покидаю, то все асинхронные операции, которые связаны сейчас с этим контекстом, то есть а контекст — это экран, они должны быть прекращены. Ну, в них больше нет смысла. Uh, соответственно, uh, все базируется от uh, этой идеи. То есть ваш класс, какой-то контекст, контекст не андроидовский, а контекст, мы имеем в виду просто какая-то uh, какое-то время жизни, uh, он должен реализовывать карутин скоп. То есть я показываю все на примере ViewModel, но это, в принципе, переносимо на многие компоненты андроидовские. Потом карутин скоп uh, требует реализовать в нем property карутин контекст. Оно одно единственное, довольно простое, что-то туда нужно положить, то есть обязательно там должна быть какая-то джоба. Я кладу туда supervisor-job, потому что supervisor-job не будет канцельнута, если произойдут ошибки в ее челдах. То есть она автоматом не покенцелит не нам все. Ну и в конце... То есть, чтобы все работало хорошо, и прекрасно, я должен в рамках сколпа вызвать э, cancel. То есть, когда, соответственно, все синхронные операции нужно отменить в рамках текущего карутин сколпа, мне нужно все вы, э, отменять. То есть, соответственно, если потом рассмотреть простой пример, то какая-то ваша ViewModel, ViewModel, кастомная реализует этот э, абстрактный класс, и, соответственно, в рамках нее я могу запускать карутины. В Android, в Android X Lifecycle 2.1.0 это упростили. То есть те, кто смотрел Google вот этот доклад, про который я рассказывал, могли это там видеть. Единственное, что если вы посмотрите, закопаетесь в детали того, как это не упростили, то там фактически у вас хранится мапа, в которую волшебным образом, статическая мапа, в которую запихиваются через ключи эти карутин корути, потом достаются. На самом деле под капотом работает это не очень красиво, поэтому для простоты, если вам нужно что-то быстро накидать, вы можете это юзать решение. Но приоритетнее используйте все-таки какой-то свой класс, который ре реализует именно корутин скоп, туда все это положено и его используйте. Это будет намного эффективнее. Также, например, можно легко связать любую штуку с корутин скопом. Например, здесь я связал lifecycle и корутин скоп. Понятно? Я дал время. Посмотрите. То есть на самом деле тут не тяжело. То есть реализация такая самая-самая простецкая. Я думаю, если вы погуглите на просторах, как это связать, примерно найдете то же самое. И потом, например, можно упростить создание этого карутинского скопа для Activity. И в итоге все это сводится к такому. Плюс такой реализации в том, что вам не нужно создавать дополнительные классы, от которых будут наследоваться все ваши activity. Это очень страшно. У кого есть какая-нибудь такая, там, не знаю, base activity в приложении? О, господи. Ну, как-то я пытался от этого избавиться, в принципе, как-то получается. Вот, особенно Kotlin очень помогает, потому что в нем можно extension методы напихать. Вот. В Java тут печальнее, конечно, все. Ну, я надеюсь, что в Java никто не пишет. Google сказала, что это не канонично больше. Все. Окей. Uh, okay. uh, следующее важное правило, которого uh, важно придерживаться, это нужно выбирать scope правильно. Uh, что это значит? Uh, у меня есть вот такой пример. Uh, это из реального приложения. Uh, там был uh, функционал отправки сообщений. Uh, у нас там была ViewModel, view которая это отправляла. Мы в репозитории это все через репозитории делали. То есть у нас была такая карутина. Но почему-то к нам приходили люди, говорят, не доходят сообщения. Вот. Не доходят сообщения. Это было очень рано. Это было, когда мы только встраивали карутины. Не думайте, что это было два дня назад. Нет. Не все настолько плохо. А, да. И мы начали разбираться и поняли, что проблема была в следующем. Если вы выходите с этого экрана, то, соответственно, у ее модуль вызовется он «Cleared», у карутины вызовется «Cancel». И в некоторых слабых устройствах была такая особенность, что он «Cleared» у нас вызывался раньше, чем «Send Message», то есть из-за того, что ну, из-за хендлера немножко были такие косяки. И, соответственно, когда вызывалась наша лаунч, он шел в карутин «Scope», спрашивал, типа, «Ты еще активный?», а он ему отвечал уже «Нет, все, меня канцельнули». То есть как бы тут ничего запускать нельзя, и наша карутина не запускалась. Второй популярной причиной было, что внутри операция send message она у нас не, не такая тамарная, то есть там несколько внутри было suspend функций. А карутина имеет особенность, что при вызове каждой следующей suspend функции, она проверяет состояние текущей карутины. То есть у меня могли две операции там суспенда пройти, и они проверяли, что карутина активна. На третьей он видит, что она неактивна, и все канцлилось, и у меня, например, на сервак не уходило сообщение, хотя по предобработку оно все проходило. Вот. Как с этим нам получилось побороться? Ну, в старой версии, когда у нас было, было все очень просто. Мы ему просто подменили джобу. То есть мы подменили ему parent job, то есть которая его связывала с текущим его карутин сколпом И, соответственно, если что-то канцелилось с карутин это не касалось этой карутины. Вот. Но это не канонично, это некрасиво. Все должно быть через сколпы в карутинах. Вот. Поэтому многие разработчики начали делать вот так. Global scope, launch, и все понеслось. Это, в принципе, спасает. Вопросов нет. Проблема то, что Global Scope, он пустышка. То есть в нем нет ни диспатчера, в нем нет ни каких-то либо других вещей. По умолчанию он будет выполняться в том же потоке, не наследуя опции от вашего Coroutine и все это потеряется. То есть, например, если вы Exception Handler какой-нибудь засветили или проще, ничего не будет. И сама JetBrains не рекомендует делать Global Scope, потому что Global Scope он, в принципе, нарушает идеологию structured concurrency в плане того, что получается, что это ваша синхронная операция, которая живет всегда. Весь жизненный процесс приложения пока не выполнится, ну, либо не упадет с ошибкой. То есть global scope не cancelется. И это не есть хорошо. Тогда у нас нашли такое решение: есть такая специальная функция coroutine scope, которая создает scope из текущего scope, то есть к нему добавляя просто джобу. Uh, решение тоже, в принципе, рабочее. Проблема в том, что coroutine scope — это суспенд функция. А как мы знаем, суспенд функцию можно вызвать mm -hmm. только либо из coroutine, либо из другой суспенд функции. У меня здесь не суспенд функция, в которой происходит вызов, соответственно, не работает. И поэтому мы пришли к такому решению. То есть мы просто делаем создание нового coroutine scope. Это стандартная функция из библиотеки. Код uh, uh, из библиотеки coroutine. Uh, она позволяет вам создать какой-то новый скоп. То есть я фактически беру карутин контекст из текущего скопа и заменяю в нем parent job, и все у меня работает. Это можно упростить с помощью какого-нибудь дополнительного оператора. Вот. Единственное, что если вы будете обращаться к документации, то карутин скоп вы увидите, что это функция, которая рекомендуется для использования только в библиотечных то есть, проектах. То есть ее типа не нужно использовать в ваших приложениях напрямую. Хотя сами, сами авторы библиотеки ее используют и показывают, что как бы есть такой альтернативный способ перехода в Карусинсколп. То есть поэтому не верьте, юзайте, ничего страшного с ней не происходит. Это просто рекомендация, которая в принципе ничего существенного не имеет. Следующий важный момент – это выбор правильного диспатчера в рамках Карусинсколпа. Очень часто я видел вот такой код. То есть у нас была какая-то карутина, в рамках карутин позапускалась, запускалась, ей задавали диспатчер в руте, что-то потом она куда-то переключалась. Но это какой-то оверхед. То есть мы каждый раз засытываем диспатчер, когда у нас можно сделать это все проще. У нас же есть наша базовая view model, которая поддерживает карутин scope, прочее, и в ней есть карутин контекст. Мы в нее уже добавляли parent job, почему бы в нее не добавить еще и диспатчер? дефолтный диспатчер, который будет применяться для всех карутин в рамках нее. Соответственно, наш код упростится, и вместо того, чтобы каждый раз корутине сета диспатчер, я просто могу это опускать и писать сразу лямбду после лаунч. На основе чего был основан мой выбор, почему был выбрал диспатчер main, потому что диспатчер main здесь по идеологии, в принципе, соответствует тому, что выполняется в U-Model. она непосредственно связана с андроидовским UI. -м по большей части. И, соответственно, она должна работать на том же потоке, то есть на тех же потоках, что и UI. То есть, соответственно, это диспатчер main. Возможно, если у вас есть какой-то специфичный кейс, возможно, вам больше может подойти диспатчер там, I.O. или какой-то свой собственный. То есть это нормально. Но в этом случае он работает лучше, просто потому что эти операции все дефолтно выполняются здесь. Следующая рекомендация — это использование функции withContext. Uh, WithContext — это довольно полезная утилитная функция, которая позволяет свечить карутин контекст. Давайте рассмотрим такой пример. Uh, у меня есть какая-то карутина, внутри которой я запускаю еще одну корутину. Я получаю результат в виде объекта deferred. Потом я должен дождаться этого результата с помощью await и что-то выполнить. Что здесь не очень хорошо? Снули? Да, то есть мы создаем дополнительно карутину, хотя в принципе она нам особо ну, не нужна. Мы ж, в принципе просто выжидаем скид данных, мы хотели, мы хотели свичнуть, то есть в большей части мы хотели свичнуть с поток. Соответственно, переключили диспатчер. Можно сделать это все было проще, с помощью функции withContext. WithContext она не создает новую карутину. Она просто меняет на какой-то вот на лямбду внутри нее выполнение диспатчера или на прокрутин контекста в целом даже, то есть диспатчер в этом частном случае, и сокращает код. Преимущество здесь заключается в том, что даже вот на таком мелком примере я сравнивал байт-код, который получался. У меня получалось около 23 строк сокращение. То есть, ну, это у меня, вот, представьте, самый-самый простейший вариант. Просто у меня там даже нет ни suspend функции, ничего. То есть внутри осинка, который был. Если у меня там были бы какие-то более тяжелые конструкции, впрочем, сокращение кода было бы еще больше. Вот. Но есть один хитрый кейс. Мы можем запустить два осинка. Мы можем заменить его на два из контекст. Проблема в том, что это не так будет. Это будут разные операции. Uh, дело в том, что осинки, они по дефолту вот эти два будут работать параллельно, uh, ну за исключением там как сконфигурирован район. но будем считать, что они у нас работают параллельно. Uh, WIS context это suspend функция, а как мы знаем, карутин функции, они uh, uh, корутины, корутин, они sequential, uh, поочередное выполнение происходит из всех инструкций, suspend функции тоже. Соответственно, то есть, грубо говоря мы получим более долгое выполнение. Поэтому будьте осторожны и не забывайте о таком моменте. Еще о диспатчерах. Main диспатчер. Он достаточно распространенный в UI-фреймворках. Я думаю, все, кто пишет под Android, с ним сталкивались. Что будет в результате выполнения этого кода? АЦБ. Mm? Да, будет АЦБ. Почему так? Это сделано просто по той причине, что карутины, в принципе, вообще в своей идеологии в целом не только котлинской, имеют два подхода на выполнение. Первый — это которые они на диспатчер будут откладываться в очередь и запускаться позже. То есть не мгновенно. Есть подход, который сразу начинает их выполнять прямо, от, прямо из того места, где они вызваны. В Kotlin выбрали как раз-то первый вариант. Вот именно поэтому так и происходит выполнение. То есть, в принципе, если посмотреть на то, как диспатчер main будет работать, это будет примерно похоже вот в упрощенном виде на такой код. То есть он просто постит на, на handler thread. Но если как мы часто работаем с main потоком из самого же main потока, нам это неудобно. Зачем нам откладывать операцию, если она выполняется прямо же в этом потоке? Для этого сделали такую штуку, extension property для диспатчера main, оно только для main диспатчера существует, называется immediate. И вот как раз-то оно решает нашу проблему, мы получаем последовательное выполнение, то есть, но при учете, что все это было с main потока заполнено. Разница будет происходить в том, что когда вы будете что-то пытаться выполнить на диспатчере main immediate, он сначала будет проверять, выполняется ли я на главном потоке. Если да, то, соответственно, он мгновенно выполнит операцию. Если он выполняется на каком-то другом потоке, то будет поведение как обычного диспатчера main. Это рекомендуется использовать в плане того, чтобы, опять же, не создавать очередь и чтобы у вас было прям выполнение более быстрое. То есть это позволит в каких-то случаях избежать ошибок. Я с этим не сталкивался, в принципе, у меня все было хорошо, но я слышал, что были какие-то случаи на этот счет. И, опять же, позволит экономить ресурсы. Следующая рекомендация про то, что стоит делать суспенд функции самодостаточными. Что это значит? Разберем простейший самый пример. У нас есть какой-то репозиторий, у нас есть какая-то у него суспенд функция, которая загружает данные. Неважно, какие данные, неважно, как она загружает. Вот. Очень часто можно увидеть такой вот код было. В чем проблема? То есть проблема в том, что я каждый раз с этого диспатчер. Это гораздо тем, что представьте ситуацию. У вас команда там, ну, больше двух человек-трех. Приходят новые люди, работают с теми же репозиториями. Они легко могут ошибиться, какой диспатчер выбрать, или какие, или какие параметры нужно передать в коротин контекст. Соответственно, потом очень долго можно разбираться, почему один, одна и та же функция в разных частях кода работает по-разному. Uh, то есть у нас, как у разработчиков, мы все стараемся делать хорошую архитектуру. Uh, у нас есть uh, правило, что мы должны переиспользовать код. Дублирование кода есть плохо. А как раз-то вот эта вот операция with context, которая каждый раз uh, у нас оборачивает вызов нашей загрузки данных, это есть как раз-то и дубликат. Uh, как это можно упростить? Можно сделать вот так. То есть у нас теперь сама suspend-функция, Low Data отвечает за то, на каком диспачере она должна выполняться. То есть, потому что фактически репозиторий-то и должен отвечать за это. То есть он должен знать, куда, на, каком, на каком он должен выполниться какие параметры должны передаться, то есть плюс здесь, конечно, можно сконфигурировать все вот таким образом, что что-то внешнее может передаваться, но по умолчанию он какие-то сразу штуки задает. Это позволит вам избавиться от дубликата, и, как видите, код, который у меня есть э, вверху, он на порядок упростил. То есть мне теперь не нужно запариваться, я просто вызываю его и подхожу к тому же принципу, который, в принципе, карутины, и стараются пропагандировать, что у вас обычный код, к которому вы привыкли, вам не нужно писать какие-то цепочки большие, просто вы просто делаете обычные последовательные вызовы, как это вы всегда работали прежде. Э -э ох, все, не можем от диспатчеров уйти. Э -э да, не всегда нужно задавать диспатчеры. Э -э это грозит нам не, не всегда хорошими последствиями. Ретрофит. Э -э Кто не знает ретрофит, вы не так долго видно в Android-разработке. Да, это решение, которое известно, наверное, любому Android-разработчику э, после Activity. Э, вот. Э, если для него написать адаптер к корутинам, то есть чтобы его колы, которые возвращаются ретрофитом по умолчанию, могли работать, э, вызываться из корутин, я написал такую самую простейшую функцию. То есть, опять же, реализация нам ее не важна. То есть она каким-то образом делает этот адаптер. Э, Потом мы делали такие вызовы, в принципе, потому что нам теперь нужно в наш репозиторий, в наш репозиторий завернуть, и вызывали постоянно какой-то контекст. То есть как раньше мы посмотрели, что нужно сдавать, потому что suspend функция должна быть самодостаточной. Но это не так для этого случая. Если рассмотреть то, как создается ретрофит, который оборачивает только HTTP клиент, у HTTP клиента есть собственный диспатчер. Это не корутин диспатчер, это никакой связи не имеет. Это отдельный диспатчер, который просто оборачивает экзекьютор, на котором все вызовы о HTTP клиента происходят заранее в фоновых потоках. Соответственно, это наша операция просто overhead, потому что когда мы вызываем сервис getData await, он по умолчанию свечится в, в свой собственный экзекьютор, на котором происходит все выполнение в фоне. То есть мы единственную операцию, которую выполним на диспатчере IO, это будет просто вызов этой функции. Все остальное в теле этой функции уйдет в свой, собственный, в свой собственный фоновый поток. Поэтому нам этого просто не нужно. Таких библиотек на самом деле много. То есть, например, если рассмотреть. Room 2.1. Он еще не вышел в стейбл, он в бете, по-моему, находится. В нем есть suspend функции, и у них, опять же, то же самое по умолчанию реализовано. У них есть свои фоновые потоки, на которых они все это выполняют. Вам не нужно переживать за то, на каком диспатчере происходит вызов э, функций из рума. Также все это будет работать и для ретрофита следующей версии, потому что из коробки в ретрофите появляется поддержка suspend функций, и точно так же вы можете их спокойно вызывать, потому что всю работу по переносу на правильный фоновый поток они будут выполнять за вас. Наверное, многие уже задались этим вопросом. Я его оставил на самый финал. Что нужно использовать свой собственный диспатчер-провайдер. Вернемся к тому, что мы рассматривали немножко раньше. У нас есть диспатчер main, Проблема в том, что если мы хотим написать юнит-тесты, то нам нужно каким-то образом сделать все в один поток, чтобы у нас были синхронные тесты. А dispatcher main, он по умолчанию для Android это handler thread, которого в GDK не существует, который нам нужно либо мокать, либо что-то придумывать, либо подменять. Это можно сделать. То есть давайте попробуем сейчас dispatcher main подменить. Есть такая библиотека Kotlin coroutines Test. Кто их, кстати, пользуется? Да. Вот, вот, как бы мы и поняли ее полезность. Проблема в том, что мы в ней можем подменить все, кроме… Мы в ней можем подменить только main поток, а остальные… main диспатчер, остальные диспатчеры в ней не подменяются. Она писалась в коллаборации Google с разработчиками Coroutine, и она строго писалась под кейсы тестирования. Там они показывали прямо с тестированием live даты и прочих кейсов, которые э, на самом деле я ни разу не сталкивался, что мне нужно было ее использовать, и я не мог это сделать с помощью стандартных средств. Возможно, потом ее функционал разрастется, и я смогу в ней что-то проверять и прочее, но сейчас мне ее функционал не нужен. Поэтому, в принципе, э, этот кейс знакомы всем еще, наверное, с Java. Мы создавали собственные Собственный провайдер скедулеров. Тут тоже, в принципе, тот же подход. То есть мы создаем собственный дис провайдер диспатчеров. Я назвал его с, с очень маленькой фантазией в своем мозгу. Я его назвал app -dispatcher. То есть можно диспачер-провайдер, я не знаю. То есть название, может, разное. Что он из себя представляет? Он достаточно прост. Это класс, его можно, в принципе, сделать дата-классом, но особо нет смысла. То есть он просто содержит три проперти и по умолчанию они все ссылаются на дефолтные диспатчеры, которые есть из библиотеки. В чем его преимущество? Его можно инжектировать, его можно легко подменить. То есть, например, я делаю такой э, диспатчер для тестов и через конструктор передаю его в тестируемые мною компоненты. Э, все диспатчеры в этом случае сдаются в unconfined. Uh, unconfined диспатчер – это диспатчер, который не переключается на какой-то другой поток, а сразу мгновенно начинает выполняться в этом же потоке. То есть, соответственно, что нам нужно и для юнит-тестов. Вот. Если вы будете смотреть доклад от гуглера по поводу темы, это будет библиотека Kotlin-карутин-тест, он будет говорить, что не надо использовать unconfined для мейна. На самом деле в их кейсе да. В общем, все нормально работает, проблем нет. Да, самое… То, что, наверное, долгожданное, все мы долго ждем, пытаемся чего-то получить. И то, что JetBrains нам еще обещала до первого релиза, это нормальный дебаг карутин. Типа у вас не будет такого, как э, с RX. Давайте посмотрим, чего там нет. Вот. Э, я попытался написать самый простой пример. Я написал э, карутину и прям там кинул exception внутри нее. Примерно вот такой стек-трейс я получил. То есть сам код не очень важен, что там был stack trace на самом деле ну, немного говорящий, вы можете там перейти к строке, прочим, но у меня еще не опустированный код. Если у вас будет продакшн приложение, там что-то разобраться будет на порядок хуже. Причем карутина у меня была в одну строчку. Представьте, что если это большая с кучей suspend функций, то есть там все намного страшнее и непонятнее. Вот. Но есть способ это немножко упрощать. Можно задавать системные проперти. Вы можете задать системные проперти, которые позволят вам включить дебаг режим. Вот. У него есть три значения — on, off и авто. Авто, оно зависит от флагов там специальных, которые вы можете проставлять при запуске. Но ну, для нашего кейса хватит и он просто. Вот. Потом в любую карутину вы можете делать специальную такую штуку в контекст добавлять карутин name. Карутин name — это просто обертка над строкой, которая каким-то образом описывает текущую карутину, которую вы запускаете. Вот. Например, я сделал пример с отправкой сообщения. Вот. Можно, конечно, запихнуть сюда контент сообщения, впрочем, но не забывайте про security. Вот никогда не стоит такие штуки делать, если вы их не выключаете в продакшене, потому что в продакшене потом GDPR будет больно, помните. Вот. И благодаря всей этой настройке тот краш, э, который у меня был, становится чуть-чуть лучше. Вот совсем чуть-чуть. Я не стал включать это в доклад, но расскажу вам на словах. Уже есть возможность полноценно раскрывать стек-трейсы карутин. То есть прямо их даже можно собрать в какой-то момент, какие карутины работают, в каком они состоянии. Но проблема в том, что это работает только на полноценной GVM а андроидовская JVM неполноценна. То есть в ней не хватает части классов, которые необходимы для ее работы. И когда это будет на Android, это вообще непонятно. Поэтому в тестах вы это можете сделать. В, в реальном приложении проверить это, к сожалению, никак нет. Логирование эксепшенов. Все мы любим игнорить эксепшены, чтобы ничего не падало, все работало дальше. Откладывать неизбежное. Uh, да, в карутинах тоже, в принципе, можно это сделать. Uh, есть специальный элемент контекста, называемый карутин Exception Handler. Uh, он отвечает за то, uh, как будут обрабатываться любые ошибки, которые произойдут в рамках текущего контекста карутиновского. То есть по умолчанию uh, он в Android работает таким образом, что если приходит какой-то краш, он просто крашит ваше приложение все и выкидывает это в логи. Вот. Но вы это можете переопределить. Например, везде пихая Cortin Exception Handler, который просто это будет выводить в LogCat, и ничего не будет падать. Прикольно, да? Лайфхак. Вот. И, например, вы можете это в какие-то ваши Cortin контексты вставлять. Плюс, например, как мы, я показывал раньше с диспатчер-провайдерами, в принципе, можно сделать такой глобальный глобальный провайдер рутового контекста, в который вы будете это все подпихивать. Но там также есть механизм, с, которым, с помощью которого это можно сделать все более приятным образом. Единственное, что э, не делайте, вот как я здесь показываю, это плохо. То, что у вас в приложениях может падать exception, и оно может останавливаться, это лучше, наверное. Не кидайте только в меня сейчас помидорами, то есть это лучше, потому что exception вы можете понять, вы можете отловить, вы можете что-то с ним сделать, вы можете на него как-то отреагировать. Когда вам пишет пользователь, говорит, у меня приложение ваше не работает, вот белый экран, я не знаю, что произошло. То есть у вас нет. Вы не понимаете, как воспроизвести, он не может вам еще сказать. Он вам ставит единицу, он удаляет приложение, он там начинает всем пускать слух, что у вас ничего не работает. Вот. Так что крэш, как-то вот, честно, из моего личного опыта, люди к крэшам относятся лучше, чем к тому, что когда приложение остается работать, но не работает никаким образом, то есть у него уже нет нормального поведения, но оно остается живым. Вот. Финальная такая точка. Я топлю за крутины, как вы уже поняли. Как бы не забить, гроб, не за, не забить гвоздь в гроб рыжавый я не мог. То есть э, миграция с Java, я думаю, это у всех очень актуальная тема. Кто, кто в своем проекте проходил миграцию с Java на карутину, ну или частично что-то уже переходил или начал это совмещать? Вот, классно. Немного рук, я надеялся больше. Ладно, надеюсь, что я вас сейчас э, смогу убедить чуть больше. Э, я написал такую самую простую цепочку. Э, это, в принципе, э, загрузка каких-то данных. Uh, то есть я загружаю данные, я их определяю на загрузку на фоновом потоке, потом каким-то образом эту данные конверчу, uh, потом хочу, чтобы все это было на мейн потоке, ну и вывожу. Вот это такой сам, сам, самый простой абстрактный кейс. Uh, uh. В чем тут могут выиграть карутины? Стало симпатичнее. Вот. Если еще совместить со всеми рекомендациями, которые я рассказывал вам последние полчаса, мы вообще это сместим к такому. Становится попроще. Вот. Вторая проблема, которая многих может смущать, это в том, что… А как мои любимые операторы? Zip, Combine, Combine Latest там, и, все, и всякий, всякий прочий вот этот конвертер – мы в EPUM сделали небольшую библиотечку, которую самые основные операторы из RX Java перенесли на карутины. То есть, и в принципе, это позволило у нас в нескольких проектах без проблем мигрироваться. Вот. То есть, но это очень для тех, кто не хочет что-то делать по-другому. На самом деле эти операторы очень легко заменяемы. Если вы посмотрите исходники, они там буквально маленькие-маленькие совсем. И в принципе больше нужны для быстрой миграции. Но если вы попробуете это написать сами и скомбинировать эти операторы, вы получите намного больше эффекта. Вот. В принципе, сейчас корутины уже полноценно могут соперничать с rx То есть сейчас для всех rx аналогов существуют уже, в принципе, какие-то корутин варианты на замену. Uh, рядом вы там возле карутиновских замен, можете сразу видеть uh, пламя и снежинку Это, соответственно, замена для горячего и холодного uh, Observable uh, вот. Совсем недавно, uh, что испортило мою жизнь прямо перед подготовкой к этому докладу Мне пришлось его переделывать, разбираться uh, Я сидел разбирался с uh, Flow uh, Кто уже копался в Flow? Окей, okay, замечательно Смотрите, раньше в карутинах были только ченнелы. Ченнелы позволяют вам обмениваться данными между карутинами. это такой стрим данных, то есть который работает на основе карутин. Его проблема была в том, что он горячий. То есть как только вы его создаете, он начинает сразу работать. А не тогда, когда вам нужно уже непосредственно какие-то данные обрабатывать. В RxJava, например, все совсем по-другому. По умолчанию там все холодное. То есть оно начинает работать только когда у него появляется первый сабскрайбер. Вот. Но в карутинах уже эту вещь начинают исправлять, потому что они в 1.2.0 версии представили Flow. Flow это очень похожая вещь с Channel, только она холодная. То есть она работает только в тот момент, когда э, у нее появится первый э, терминальный оператор. Терминальный оператор это, например, э, Furych, то есть пройтись по всем данным из этого... Стрима, либо, например, там коллект, которого нужно собрать, там, либо сам. То есть, это что-то схоже э, с операциями э, это схоже с операциями для секвенса. То есть, я мы API работал только секвенсы, они являются блокирующим, flow они, э, они работают на основе карутин. Вот. Единственный важный момент flow пока находится даже не в экспериментал статусе, то есть они находятся в статусе превью. Это значит, что они на очень ранней стадии, перформанс uh, в них может быть низкий, они активно разрабатываются, и нужен ваш фидбэк. Но это то, что будет, и то, что по заявлениям Романа Илизарова, он говорит о том, что это будет uh, основным, то есть основным способом работы. Ченнелы, скорее всего, уйдут под капот только фло. Остальное все будет на фло построено, просто потому что это эффективней работает. Вот. Также Flow намного, оч, намного лучше в плане расширяемости. То есть если вы посмотрите, архитектура сделана таким простым образом. Сам интерфейс Flow, он, по-моему, содержит один всего метод. Все операторы, которые работают с помощью, ну, у него, которые есть как аналогично Observable, там Map, прочие, они через, делаются через Extension функции. И, в принципе, API, который вы напишете к нему свое и то, которое есть стандартное, вы не будете видеть между ним разницы, и это будет очень удобно, потому что очень удобно становится писать в библиотеки. В заключении я хочу сказать, что только карутины не являются серебряной пулей. Вот. Они не могут вас избавить от всех проблем, как и Риждама не могла, потому что все так же остается синхронный мир, остаются особенности работы с потоками, с синхронизацией, процессор автоматически не станет работать быстрее. То есть если у, есть заявление, что там работают миллионы карутин, да, они работают, но если вы их запустите на четырех ядрах, они не станут работать быстрее. Они будут работать эффективнее, да, но быстрее вашу, вашу программу прямо не взлетят. Вот просто за счет эффективности, да, это будет работать быстрее. Э, анализировать stack trace пока все так же, как я, видите, показал, э, не так хорошо, но работы над этим активно ведутся. И, заб... И все-таки не стоит забывать о том, что как бы многим не хотелось может уйти от RX Java. Все сделать полностью на Kotlin. Java имеет определенную цель. Rix Java изначально создавалась как библиотека для обработки стримов данных. Карутины ни разу не создавались про обработку стримов данных. И это две библиотеки, которые имеют разные, подход... разные цели: карутины про синхронность, про параллельное выполнение, RX-Java про обработку данных. То, что через и одну и другую библиотеку можно удобно работать с фоновыми потоками, переключать это дело каким-то образом, это последствия, потому что обработка данных тяжелая операция. Эти операции нужны библиотеке сразу. Но если у вас есть какие-то операции, где вы прямо вот у вас потоки данных, вам нужно работать э, с backpressure и прочими штуками, RxJava Java в, в этих случаях решит задачу эффективнее. Так что то, что у вас может быть мерзится код, это нормально. На этом у меня все. Всем спасибо. У нас, наверное, есть еще время. Да, у нас есть немного времени. Есть вопросы, наверное. Да, вот. Не знаю, вы, наверное, последней своей фразы и ответили на мой вопрос. Но на всякий случай еще спрошу. Там был слайд, где были структуры с RxJava да, класса и аналоги их э, в корутинах. Вот, и был да. flow был класс, и flow да, напротив него написано. Но как бы основная фишка flow была, это как раз обработка бэкпреша, и я так понимаю, флот с Backpressure никак не умеет работать. В есть карутинах это... уже есть поддержка бэкпреша. Уже есть, появилась. Она немножко другая, то есть она не такая прям там, как такие стратегии обширные, но она имеется на базовых принципах. То есть там, например, э, есть полисы по тому, что там держать только там, количество определенных элементов, uh -huh. скипать новые, либо держать там бесконечно все. То есть uh -huh. это, в принципе, те кейсы, которыми очень часто оперируют э, и в рыкжаве. То есть я в рейкшдаве, честно, ни разу не сталкивался с возможностью Возможность, то есть реализации возможности того, что ты можешь написать кастомную логику по обработке backpressure. То есть, в принципе, всей этой пользы. То есть бафер, э, mm -hmm. который держит фиксированное количество элементов, либо просто он держит всегда и падает, когда не хватает памяти. Mm -hmm. А, я понял. А вы говорили в float там только один метод в интерфейсе, да? Это да. То есть это вот как раз-то метод, по-моему, коллег называется. Я, я, честно. Ну то есть запросить следующие данные Это, вот это раз... собрать данные, Само... да. Mm. То есть как раз-то вот он говорит, типа, вот сейчас мне нужны от тебя данные, давай их собирай, предоставляй mm. мне. Это вот оно. Хорошо, спасибо.